Что? Всем привет. Всем привет, говори. Всем привет. Третий подписчик канала на YouTube. Всем привет. Так, что раз раннее утро. Ну, не раннее, уже утро у нас воскресенье. 11 марта. Всем привет. На улице уже капает. Ужасная погода, мерзкая. Папа, у нас Саша Ольки там на балконе. Сейчас покорец и собью. Погода очень мерзкая, вообще на улице не холодно, а вот именно сыро. Да. Вот сыро-сыро, у нас уже дети кашлять начали. У нас дети и Илья, и Владимир, и Вероника с кашлем. Так что сегодня никаких курганов, ничего. Иначе... На следующие выходные. Не знаю. А может следующие выходные? Но если только погода в следующие выходные. Так вы еще в сад будете ходить? Да. Потому что сегодня Вероника уже с детьми кашлем с утра вообще. Маленькая, с того дня, а именно с пятницы. Когда было вроде тепло. Вы снег кушали. Ну вот, потому что вы гуляли на улице, я никто не смотрел нормально за ними. Илья кувыркался на снегу, валялся. А это было давно. Это было позавчера. Мы пришли, Вероника замерзла, когда шла с тренировки. Мы пошли домой, потом мы пошли с мамой гулять. На целых полтора часа почти. Сейчас уже вечер. А мама поехала на лыжи. Дело не в этом, не в том, что гуляли, а за то, что снег ели, ковырялись. Ну, мы наелись. Дело-то не в этом, что гуляли. Собаки, да? Собачки писают, а вы кушаете снег. Я не ел. А кто ел? Вероника? Собачка писала, а ты ела, да? Так, ладно, мы съездили уже в метро. Илья, не надо, что мы оставим. В принципе, по чуть-чуть докупились. Докупили, что надо. Докупили. Так, Таня, это Таня на идее взять бы яйца свежие. Ну, потому что, во-первых, мне реально нравятся яйца. Акции на яйца. Не акции. Ну, там они по акции. Они по акции, Вероника. Они уже полгода уже по акции. 145 рублей. Тихо, не пишите, пожалуйста, Илья и Вероника, пожалуйста, я даже не успеваю говорить. 145 рублей, и они крупные, хорошие. Свежие, что-то не знаю, только стоять. Что они в магазине стоят, что они здесь дома стоять будут? Смысл разница. А не спешите, Илюша, меня слышите? Не, ну уходит нормально, по 47 рублей бывает. Ц0. Они шикарные яйца, большие. Очень хорошие яйца, да. Крупные. Илья, меня слышишь? Так, так, ладно, колбаса докторская. Такой же набор, как я купил 7 числа. Только... Что, точно? А, ну да, точно. Докторская и кремлевская. У нас кремлевская осталась полпалки, так что у нас съедается моментально. Я вообще не знаю. Хлеб отрубной. Да. Тебе взял два нас. Вот такую вкусняшку мы купили. Ну, в кино. Да. В чем-то ее ели. Ну, уже. Купальными пачками, да? Пачками. Мы ели в этих смесях, ели вот каши. Короче, она нам вышла вообще сколько? 164 рубля. Метро, кто знает, присылает купоны. Да, мы будем у вас просто на крупы. Нас рынок, короче, всегда разные, не спеши, Вероник. У нас был купон на крупы, мы взяли новую по 164. Так она, не знаю, 220, по-моему, стоит. Именно такая, мистральская, потому что органическая стоит, по-моему, около 400 рублей. Там, ну, там рядом стояла, что не видела. Видела. Там стояла бавиоли и по 35 грамм. Сахар у нас закончился. Да. Сахара, сыр, король Артур, сыр богата. Мой любимый. Сыр? Король сыров. Король Артур там другой. Да, что я Степанова, короче. До этого был российский, не знаю, мне что-то не очень понравился. Степанова. Короче, купили мне такую штучку, пока хмалат попробовать. Очень. Какой хмалат? Умалат. Умалах. Там, ты в Брянске живешь, не знаешь, умалат завод? Знаю, я сейчас клевала на Москве. Севский, да, сырный. Кавказские сыры очень... Говорят, что они вкусные. Ну, короче, шли... Кавказские сыры, не кавказские сыры. Сыр мягкий, кавказский, ну. Ну, кавказские сыры. Ну, кавказские сыры. Попробуем, да, Севск делает, город Севск, Умалат называется компания, он делает рикотту и маскарпоне, и чечево, много чего, и сулугуни. Потому что ни разу не попадали, просто то, что они лежат, сегодня приехали. Просто, во-первых, лучше бы разбирать, да. Это как-то, я что-то даже сегодня тупанула. В Рединово они были... Я думала, что за штуку почему-то. Нет. А там просто на 300, сколько? 450 за килограмм. 450 за килограмм. А я что-то думала, что это за штуку 450, дорого вообще. 160 рублей большой брикетик. А когда, что за килограмм 160 рублей такой брикетик? У нас такая уходит, мы брали с Адыгейским, мы такой брали Богдамилк, у нас уходил по 200 рублей. Да. Губки для посуды, в принципе. Что так, там еще, я нас... Это я взяла Сарма по акции 39,90, да.
для ванны. Моя любимая. Ай, да, это я себе тоже купила. Тоже как? Вкусняшку. За купоны что-то. 40 рублей вроде. 40 рублей, да, штучка выходила. Каши. Да. Любившиеся детками. 25 рублей, да, каша. Пачка каши. Мам, давай. А, ну и вот такой же. Рикотта. Рикотта. Это, в принципе, я больше хочу попробовать. Даже она будет какая-то творожная такая больше. Мягкий сыр. Да, мягкий сыр. Папа, тебе еще вот это. Вау. Вот так вот у меня летает телефон. Ой, ещё себе. В прямом эфире. Ты что было-то? Телефон упал. Папа любит вот такую вот штуку. Мама, чи-чи. Хотела сказать что-то про рикотту и забыл, короче. Телефон упал, а папа вчера сидит забыл сразу. Я забыл про рикотту, да. Еще такую штучку. Всем два клуба. Корм надо. Все? Нет, сметана. А, сметана. Короче, сметана, еще что-то беда такая полная. Сцены просто бешеные. Мам, хочу тут сметану 20%. Просто отважно, или как 51. Факт. Ну да, я вот смотрю, что тут что-то пускай. Считала, что будет выглядеть. Ничего. Кошки. Вискас. Вискас. Давай, делаем. Все? Нет. Мираторг. Печень. Свиную купила. И сухарики. Они на работу. Какая работа? Работа подождет, что останется. Правильно, Илья. Это нам. Мама за работу купила сухари и чай пить на работе. Все, у меня сын обиделся. Ладно, я вас угощу, конечно же. Выделили по 2 штучки, мама, вам хватит. Вы лечитесь, давайте. Хорошо. Так, ладно, в принципе, особо такого, да. Колбасы, потому что взяли, у нас моментально кончилось. Яйца на фабрике. Не знаю, что она ее так съели. Мамочка. А? Я вообще не ел. Варенку я ел. Мама, почему Илюша плачет? Потому что мама сухари зажала. Да не зажала, я на работу пачку покупала. Не надо было ходить на работу. У них все есть, сколько ж можно. Все, едят и едят. А что Варя, не здоровается? Варя спит, что ли, еще? Нет, лежит. Лежит? Понятно. Телевизор смотрит. Как он может спать? Просто так. Я заснул опять уже. Так, ладно, все, увидимся попозже. Разгребаем продукты. Да? Ты, кстати, сегодня будешь два ролика устроить? А? Два да. ролика будешь? Да, сейчас. С рецептом, да? Сейчас, наверное, сразу рецепт смонтирую быстренько. Ну, посмотрим, ладно. Увидимся. У нас чаепитие. Ну и как? Вкусно так. Это какой-то, домашний. Кавказский. Сейчас будем. Домашний, два ролика. Будете сыр пробовать? А? Нет. Давайте нам попробовать. Надя, будешь кусочек отрезать себе? Да, такие не ест, наверное. Ешь такие творожные? А он, не знаю, он такой и пробовал, адыгейский. И все из творожных. Нет, адыгейский не кислый, а здесь нет. Без сахара ничего. Что ты, Вероника? Ну сядь хорошо и пей чай. Что ты хочешь? Сухарики. Сухарики, мамина. Хочу рассказать про кофе. Да, кстати, хочу. Там и прикол про кофе. Просто мы хотели посмотреть, вообще разобрали, такой цену. Ценники поменяли. Уже не 180, а 274. То есть вроде какая-то программа была сбита в тот день. Поэтому кто, если поехал там другая цена, не судите. Попала была. То, что попало, конечно, показало, у них один день было. Седьмого. Заканчивался тот, и уже получается другой начался, другая там, у них недельная реакция. Ну, может, поэтому и пошел какой-нибудь сбой был. Просто была и это, большая таблица, это 180 с чем-то. Тут нет, это же двое на кассе пробивалось, знаешь, просто так. 275. Тогда она, кстати, и была 275 там. Ну да. Смысл. А вот это, конечно, вообще. Ну да, 180 рублей это очень дешево. Если же открой ей. Что? Ну, купила мама все на работе. У нас персонально ничего нельзя себе выкупать. Как ванну хочу. Ну, ванне не пахнет. Ну. Оставьте мне потом на работу хоть. Он вообще не пахнет. Половину отцепи. Ого. Ого. Так, дай ладно. Сейчас пьем чай. Дядя чай, мы кофе. Вышла я до аптеки, мне надо идти купить Ладику стаканчик под мочу. И самое смешное, что я его так и не купила. Забыла даже, купила лекарство детям от кашля, в нос капаются капли. А про стаканчик так и забыла. Просто опять заходить повторно. И зашла в Пятерочку. Мне надо купить кошкам корма. И купила тыкву. Полную. Будем готовить. Что-нибудь из тыквы придумаю. А, куда я иду? А, ну точно, я иду за
за кормом кошки. Вышла за одним, купила другое, называется. Точнее, то, что надо, так и не купила. А то, что я хотела купить для кошки, того и как раз нету. У нас в красном-белом такой хороший выбор. Для кошки, я когда вожу туда Веронику на занятия, потому что рядом магазин находится, я захожу там, покупаю. И дешево, и там и китикеты, и вискас, всегда все очень дешево. По акции бывают и всякие шеба, перфекты. Очень-очень часто на них бывает акция. Так, что мне еще надо? Не знаю, не помню. Пришла я уже домой. Пошла вроде бы на 5. Думаю, сейчас быстренько до аптеки, да, до пятерочки. А прошло, как обычно, час. Купила я детям лекарства от кашля. В нос капать. И что у нас тут? У нас получается молоко. 3 пакета сейчас буду. Точнее, это будет на вечер делать. Творог будем. И пачки брокколи, наконец-то. Даже ни в метро, ни в ленте. Вчера брокколи просто не было. Ни на развес, ни в пачках. Точнее, что уже есть, конечно, но за 400 грамм отдавать почти 100 рублей, как бы, дороговато. И нету корма, хотя я сказала, что купила опять 2 кизикета и 2 фрискиса только. Завтра уже пойду туда красно-белый, сказать, еще когда Веронику на занятие поведу, там и куплю кошкам. Потому что там очень часто бывают скидки. Как раз там вчера я заходила после занятия, покупала. Думала, возьму 4 пакетика, а за сегодня метро купим. Ага. Сейчас метро почему купили, потому что она дороже, чем даже в красном-белом. Так. Кстати, у нас сейчас будет прямая трансляция. Я даже об этом не знала. Еще никак. Не то, что не знала. Мы с Сережей сказали, что надо сделать сегодня прямую трансляцию. И в итоге получилось... Я как-то ушла, и все, я прихожу. Ну, вот у нас сейчас уже прямая. Я говорю, как? Уже? На улице у нас проглядывает местами прямо чуть-чуть-чуть-чуть солнышко. Говорю, ну такая сегодня мерзкая погода. Вот именно не то, что не холодно, тепло даже. А вот именно, что сыро, прямо сырость дикая. Птички летают за окном, поют. Кстати, Вероника наша заснула, не знаю, говорил, Сережа не говорил. Я пришла, Вероника спит. А, купила кошечный наполнитель. Мурзик, сейчас после трансляции буду менять им. Ку-ку! Я смотрел фигуристов наших юниоров. Да, я тоже смотрела. Шикарно. Александра Трусова, девочка, 13 лет, вообще. Это супер просто. 2 четверных прыжка. Это вообще, ну, впервые в истории, вообще, в женском именно фигурном катании. Так что, действительно, наше фигурное катание, да, женское, можно пока еще... Быть спокойным. Спокойным, действительно. Ну, хороший тренер, как бы, тут говорит за этим. Слышишь, Сереж? Еще со времен Блинбинской. В пятерочке открылся отдел. Что? С этими, как его, рядышком прямо с кассой, где вот спиртное, это этот касса именно. А теперь с резинками, ватрушками, ну, там, всякими крабиками. А, просто? Да. Да, зашла, купила Веронике ободок. Такой желтенький и несколько резинок, 6 штучек. Знаете, наши вообще не дали 12 желтый. Мужчины, мальчики, можно сказать, 13 лет, потому что юниоры. Спортивные и танцы. Молодцы. Здорово. Сереж, почисти мне флешку от камеры. Хорошо. Хорошо? Сейчас. Тебе хватит. Мази, как же... Вот они твои лежат. Твои? Да ну, дай ему пару штучек еще. Ладя, достань, чтобы он туда не лазил. Это привычка у нас. Так, ну что, прошла у нас трансляция. Спасибо всем, кто был с нами на трансляции. Да, кто задавал нам вопросы, кто писал комментарии. И кто еще будет писать. Спасибо всем большое, очень-очень приятно. Ну что, вот это нашей Вероничке неприятно. Да, что-то наша Вероника не то. Вообще непонятно, что заболевает, наверное, не дай бог. Вон у нас еда, варенье с компотом. И по спорте с ней, ни суп, ничего, пихнуть не могу. Мамочка, дай мне, пожалуйста, варенье. До слез. Ну, отложила варенье ей. Вкусно? Вкусно, зайчик? Ну, что такое, солнышко? Температура, по-моему, температуры нет у нее. Вялая. Глаза какие-то сонливые. Не, хорошо, она вела, холодная. Холодная, нет, температура, только что мерила ей. Так, начинаю сниматься домашними делами, то есть... Во-первых, надо писать срочный цветок. У меня цветок загнулся благодаря некоторым личностям, которые называются Илюша, которыми просто его залил водой.
короче, все листья подрала с него, там дали новые росточки, сейчас его пересаживать буду. А, также поменять кошке туалет надо. Купила новый все, наполнитель. Ау! Зайка, прости мамочку. Прости мамочку, тебе ничего не наступило. Да, солнце сладкое. Все, моя хорошенькая, прости. Иди ложись на диванчик, иди ложись. Вот он, земля, которую еще вчера купила в ленте. Сейчас буду заниматься, да. Не знаю, так что не знаю. Так что не знаю. Начала готовить ужин, поставила воду под макароны. У нас не будет... различное, там в этом прихожей, Сереж, различное меню, кто что будет, тот будет. А здесь у меня порезано куриное филе на кусочки с перцем, солью и немножечко добавила сюда имбиря с чесноком. Не знаю, показывала, Сережа, приправу не показывала, не помню, не знаю, не видела. А, вот это вот азиатская, я прямо совсем немножечко добавила ее. Запах обалденный от нее. Так. Сейчас буду запекать. Так, ну что, начинаю готовить. Сделаю я на кокосовом масле, но мне не растаешь. Я потом положила его прямо кусочками. Сейчас при нагревании оно у меня как раз растает и нормально все будет. Первым слоем выкладываю цветную капусту, порезала на соцветие. Примерно на соцветие. Сейчас уберем. Кошка наша, кошка лазит, где не положено. Таким вот образом. Далее выкладываю лук. Я не могу, у меня все руки сейчас заняты. Сейчас подойдем. Взяла красный лук, использую. Причем неважно как. Далее выкладываем кусочки мяса. Так, хорошо перемешаю после имбиря. Вот я буду посередине, причем как получится, сколько займет места. Надо макароны уже закидывать, вода кипит вовсю. Далее слой... Ау! Авокадо. Какого авокадо? Брокколи, Владик? Божечки. Авокадо. Божечки, вот тебе и божечки. Кстати, напишите в комментариях, кто вообще любит его. Потому что, если честно, я его не очень люблю. Она очень полезна. Колбаски. Ой, колбаски. Я только ходим. Мама, отрежь мне колбаски. Что ты, зайка, что? Попила? Ты живая, Ляль? Не хочу, потому что опять же. Хватит. Сестра, идут в сад. Мамуся, куда забралась? Так хорошо пригрелась около Сережи. И у Веронички Сережа наглаживал ее. Все, хватит наглаживать. Дочь, полегчало немножечко? Мне кажется, не полегчало? Мне кажется, подействовало немножко. Ничего, сладкое. Красавица наша. Ну, так, тут я еще продолжаю убираться. Прихожей, просто отвлеклась, пока поставила овощи в духовку готовиться. И сейчас макароны засыпать буду. Овощи у меня постояли уже в духовке минут, наверное, 15. Сейчас делаю соус. С ним взяла для этого сметану. Вот такую штучку. Просто обожаю ее в мясе. Ой, господи, что я делаю? Что я снимаю вообще? Как он правильно называется? Крем... крем с бальзамическим уксусом. Очень обалденная вкусная штука, прямо влюбилась в нее. Добавила немножко французских трав. Сейчас добавлю водички и все. Это залью. И в духовку. Ой, батюшки, караул, короче, у нас сегодня. А, подожди, сейчас. Подожди немножечко. Разогрели, Сереж? Перегрелся, да. Ну а что делать? Короче, у меня овощи, как я сказала. Как видим, мы получились. Что, молочко, Вероник? Сейчас молочко тебе налью. Точно молочко будешь? Может, ты что-нибудь кушаешь, дочь? А? Ты же ау какой-то просто. Сейчас молочко налью. Вероника дома, наверное. А я говорю, завтра работать. Вечером. Баба будет вечером работать. Мама на работу, а папа будет с Вероникой.
Что-то вообще непонятно, что-то не происходит. Начинается. Ты пошли. Да. Так, у нас хочу мальчик макароны. Владика с курицей, Илюша без курицы, сказал, будет. Сережа есть котлету какую-то там, какую-то морковную. На капусты. А, на капусты? С макаронами. Рынок у нас ничего не ест, все тут молоко пить. Хрюша и есть Хрюша. Хрюша и в Африке Хрюша. Хрюша и Илюша, да. Вот и ешь, подбирай себя, правильно. Сел хорошо за столом. Так, ну что, мы решили сразу попрощаться со столом, потому что Вероника у нас никакая... Прощаться со столом? За столом. Со столом. Прощай со столом. За столом, я сказала, не со столом. Стол, ты уходишь от нас. Ладик, давай, дай, дай. Чай, Ладик у нас уже пьет чай, у него остался маленький кусочек. Граника, точнее, чай, часть Граника. От кусочка в разделении несколько частей. Так, ну что? Что ты там, Сереж? Что это было? Молоко. Молоко лежат, хвост мой. Вот внимание, вылезает. Пусти, Вероника, бери просто на дорогу. Что, она сделать не вылез не может? Вылезай. Не знаю, что он там препятствие создает. Это нравится. Тебе это нравится, нравится это? Так, давай, прощайся. Бля, прожевывай, давай, рот набитый. Что-то посмотрим, Вероника будет один день, пока ты предупредит это. Кстати, да. Что, мы не придем? А, ну да. Потому что на тренировку у нас, в принципе, тоже не закончился абонемент. Мама! Звони ей. Да, я позвоню Лизе. Мамочка! В пятницу сегодня. Мама! Да. Мама! А что же это у меня, музыка или скульптура? Музыка. Как раз у нас, мы к чему сказали про абонемент, потому что у нас, если пропускаешь без справки, то, то занятие сгорает, поэтому нужна справка на каждый раз. А как раз у нас закончился, если одна справка нам с вами не нужна, если... Нет, точно, нет, завтра никакого, не пускай опять отдыхай, набирается сил. Непонятно, что вообще. Я что-то дома, я уменьшу. Знаешь, а я зато тоже на работу, как Вероника дома. Это не меняет того, что Вероника дома? Так нечестно. Честно все. Все честно. Когда ты болел, она дома находилась. Я сад или я на работу. Да, давайте. Давайте я завтра в сад. Загрузит и отправит. Нет, я в сад, а он в школу. Нет. А вы работу не поменяетесь. О, молочко. Что такое было? Молока. Молоко упало? Молока у меня, да, все. Молока, блин. Так, ладно, всем до встречи, пока. Спасибо еще за трансляцию. Да, очень было приятно. Вероника, пока, ухали. Пока, Лика. Ладно, не надо лежать, Рай. Пальцы вверх, пальцы вниз. Всем пока, спокойной ночи. Лайки, дизлайки, подписывайтесь на наш канал. Всем до встречи, всем пока. Не забывайте комментарии. Да-да-да. Давай, допивай чай, давай. Упс. Всем хорошего настроения, всем пока. Увидимся с вами завтра, уже 12 марта. Да, пока-пока-пока-пока.